В Саратовском парке Победы прошел третий межепархиальный квест. Его организовали активисты молодежного клуба «Ладья», действующего при храме святителя Митрофана Воронежского. Игра состоялась при поддержке молодежного отдела Саратовской епархии. Перед началом соревнований команда собирается на молитву в храме во имя святого благоверного князя Александра Невского. Именно этому святому посвящена сегодняшняя игра. В квесте участвуют 6 команд из Саратова, 2 команды из Петровска и 1 из Аткарска, в каждой по 5 человек. Игра на время, и участники с полученными картами одновременно отправляются выполнять задание. Не умеем бегать. Вот S. На, держи S. V, C, T. 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 O, держи еще. Ребят, давайте оставьте меня здесь заложники и бегите дальше. Ключ вам дадут. На этой станции вам предстоит спеть тропа святому благоверному князю Александру Невскому. Но чудотворство православное благоприятно. Участники соревнований выполняют задания на знание церковно-славянского языка, жития благоверного князя Александра Невского, а также задания на ловкость, меткость, сообразительность и творческое мышление. Ваша задача – изобразить живую картину Александра Невского на коне. Так, отец Петр. Голова? Он голова. Я туловище. Кто-то из вас хвост. Давай я хвост. О, я буду хвост, хорошо. Да, мы с Антоном хвост. Да, отлично. А вы? А ты меч или этот, или щит? Нет, давайте я буду, знаете кто? Басурманин. Стой, все. После прохождения всех станций состоялось подведение итогов и награждение. Здесь